Организатором мероприятия является Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Всероссийской общественной организации «Опора России». В прошлом году мы впервые проводили площадку по поддержке молодежного предпринимательства. Это был форум под названием «Я – будущее Севастополя». И уже тогда мы увидели 150 молодых талантливых ребят, которые мечтают в будущем заниматься бизнесом. К счастью, в России такая возможность есть. У нас есть федеральная программа «Ты предприниматель». И в этом году наш город Севастополь к этой программе присоединился. Поэтому мы, как Управление по делам молодежи и спорта, сделали все от себя зависящее, чтобы такую площадку для ребят организовать. Форум пройдет в 3 дня. За эти 3 дня мы постараемся сделать максимально комплексную образовательную программу, чтобы осветить для молодежи все основные аспекты от появления идеи о бизнесе до ее конечной реализации. В первую очередь, для молодежи нужна мотивация, нужна уверенность в собственных силах. Молодежь не должна бояться, что бизнес – это сложно, бизнес – это налогообложение, бизнес – это проблемы. Мы показываем другую сторону бизнеса. Мы показываем, что бизнес – это молодые, успешные, уверенные в себя люди, которые у нас на этом форуме уже представлены. Сегодня молодые предприниматели как города Севастополя, так и уже федерального уровня расскажут о своем опыте, о том, как они справлялись с первыми трудностями, о том, как они достигали первых успехов. Я уверен, что мы создадим комфортную площадку и общую коммуникацию, где каждый молодой человек найдет для себя что-то полезное. Формат полноценная образовательная программа. Мы затронем вопросы маркетинга, вопросы финансов, вопросы командообразования, вопросы межличностных коммуникаций. К нам приехало 5 федеральных спикеров. Это победители конкурсов «Молодой предприниматель России» разных лет. Это представители Федерального центра поддержки молодежного предпринимательства. Это местные крупные предприниматели. То есть это люди, у которых есть опыт и у которых есть время и желание помочь молодежи. Форум замечательный. Молодежь – это наше будущее, мы всегда про это говорим. И ребята, действительно, Управление по делам молодежи и спорта решило реализовать этот проект, который сегодня идет на федеральном уровне. Но наша задача службы занятости – поддержать, пропагандировать, потому что чем больше людей будет занято, сегодня государственная политика идет на то, что именно притянуть малый бизнес к официальному оформлению. Ведь многие люди чем-то занимаются, есть золотые руки, есть хорошие идеи. Необходимо все сегодня привести в законодательное русло и помочь правильно зарегистрироваться в правовом поле Российской Федерации и вести свой бизнес и получать официально свои доходы, потому что еще есть функция службы занятости – это легализация занятости. Поэтому я думаю, что проект будет иметь успех, и именно молодежь у нас сегодня креативная, умная. И в нашей службе тоже на сегодня реализуется проект по предоставлению единовременной выплаты на занятия предпринимательской деятельности безработным, состоящим на учете. Предоставляется 100 тысяч на открытие собственного дела. То есть этапы есть. Бизнес-планирование, вот чему сейчас здесь научат ребят. Мы пригласили наших молодых до 30 лет участников и наших бизнес-проектов, потому что учеба никогда лишней не бывает. И это замечательно, когда есть возможность увидеть, познакомиться, поучаствовать. Я почитала программу, и тренинги замечательные. Ведь как поиск работы, как оформление – это тоже работа. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы ребята увидели цель, смысл. И действительно, чем сообщество наше будет официально оформлено работающим, тем больше пользы будет городу. Мы желаем только успеха.